В последние выходные лета в учреждениях культуры Ленинского округа пройдут Дни открытых дверей. Библиотеки и дворцы культуры познакомят посетителей с творческими коллективами и кружками, а также проведут мастер-классы для всех желающих. Например, в Центральной Видновской библиотеке юные гости смогут слепить съедобные поделки. А после мастер-класса работники учреждения проведут квиз для участников всех возрастов. Квиз будет на тему «Моя столица», приурочен к Дню города Москвы. Он у нас бесплатный. Можно прийти кому угодно, то есть взрослым, собрать семью. Это, опять-таки, повод посидеть, провести вечер с детьми, с семьей, с друзьями. Если вы придете без компании, компанию вам тоже подберем. Центральная библиотека откроет двери для всех желающих в субботу, 27 августа. Начало мероприятия в 12 часов. Дворец культуры «Видное» приглашает гостей в воскресенье в 3 часа дня. В программе концерт, спектакль для самых маленьких, а также развлечения и игры с аниматорами. Дни открытых дверей состоятся во всех учреждениях культуры округа. Узнать подробную программу вы сможете на сайте администрации муниципалитета.